Всем привет! Это Apple Easy Walk. Тут все просто. Такая простая функция, как смена языка на айфоне, далеко не так однозначно, как может показаться. И если вы ни разу не меняли язык устройства, то у вас может возникнуть легкий ступор. А может не у вас, но у ваших родителей, бабушек, дедушек так точно. В этом видео мы расскажем вам, как поменять язык на айфоне или выбрать один язык из нескольких имеющихся. Досмотрите до конца и не мучайтесь самостоятельно. Когда мы переходим в основные настройки и выбираем параметр язык и регион, то у вас будет обозначен лишь один язык язык, который вы выбрали при настройке устройства. Чтобы переключиться, например, на английский, нужно выбрать «Добавить язык». Выбираем «English». И вот тут устройство спросит, хотите ли вы использовать в качестве основного или оставить все как есть. Выбрав в качестве основного, мы полностью сменим язык на устройстве после небольшой перезагрузки. Но только язык, не регион. Хорошо, что ваш лайк понятен на любом языке. Напишите нам в комментариях, о каких простых функциях айфона сложно догадаться. И и мы сделаем для вас краткое руководство. А теперь задачка посложнее. Что если в настройках языка и региона будет уже стоять два языка, русский и английский, например. И здесь iPhone не предложит никакого выбора. Не будет возможности проставить галочку в нужный чекбокс. В этом случае язык, который сверху, является главным. Поступаем следующим образом. Касаемся пальцем на поле справа от нужного языка в виде трех линий и передвигаем его вверх. Телефон оповестит вас, что последует перезагрузка. После этого язык системы сменится на тот, который мы выбрали. Подписывайтесь на канал Apple Easy Work и у вас будет все просто.